Работая на телеканале «Енисей», я узнала, сколько потрясающих и невероятных мест есть в Красноярском крае. Одно из них – живописная деревенька Барабаново. Однажды я приехала сюда на съемки и неожиданно просто поняла – здесь для меня настоящее место силы. Здравствуйте, отец Андрей. Во время съемок в Барабаново я посетила эту старую церквушку и познакомилась с отцом Андреем, очень интересным и умным человеком. Так съемки сюжета переросли в добрую дружбу. Я очень рад знакомству с таким замечательным человеком, как Полина, включая канал «Енисей». Воспоминаю наши теплые встречи с ней. Желаю ей, конечно, успехов в ее творчестве и помощи Божьей. Когда есть возможность, приезжаю сюда пообщаться, поделиться своими новостями и просто отдохнуть душой. И мне очень приятно, что здесь смотрят наш канал и следят за моей работой в эфире. Люблю Барабаново. Здесь я обретаю силу и веру в лучшее.